Добрый день, друзья! С вами канал «Фермы Крыма». Мы сегодня приехали с вами к новоочередному, новоиспеченному фермеру. Я хочу поздравить своего юриста Екатерину. Девочка завела себе ферму. Вот мы ее вдохновили, и она буквально на днях такая говорит: «Ксения, Виктор, представляете, я тоже решила завести свою ферму. 4 гектара земли купил человек рядом с озером в Бахчисарайском районе, в крутом месте, даже с посадками». Сейчас она все сама расскажет, но она меня удивила просто и безумно порадовала. Сейчас я вас с ней познакомлю, она расскажет все про свои угодья. А мы приехали на место для того, чтобы посмотреть, поздравить человека. С новым фермером, друзья, с новым фермером. Девчонки, короче, я в шоке. Ладно, мужики, мужчины, деды, понятно, но скольких я здесь фермеров знаю? Вот у нас девочки новенькие, которые фермерством тоже не занимались, такие же, как и мы. И реально не боятся брать на себя такую охрененскую ответственность, заниматься новым, заводить свои хозяйства. Я горжусь тем, что мы вдохновляем людей, и горжусь своим юристом, который не побоялся и решила стать тоже фермером, так же, как и мы. Все, пошли знакомиться. Всем привет! Ну что, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Начинала я с того, что была юристом фермы Шварц и Гельвер. Конечно же, это моя самая любимая компания. Я ее никогда не брошу. Но, посмотрев на их проект, захотелось чего-то своего. И вот я счастливый обладатель черешневого сада. Вот он еще маленький, совсем только-только начинающий. Но я думаю, что совместными усилиями он будет приносить высокий урожай и радовать крымских жителей и туристов. Катюш, расскажи, сколько гектаров земли ты, маленькая девочка, взяла себе? Пока у нас только 3 с небольшим гектара, там нет полных 4, планы скупить вот это вот все, вот это огромное свободное поле. Да, никто не понимает. Это все уже занято. Все. Ну, а планы, конечно же, грандиозные. Посмотревшись на вас, хочется тоже чего-то красивого, уникального, интересного. Место располагает с одной стороны озеро, с другой стороны лес вот там вот вдалеке, очень красивый и большой. Поэтому сюда прямо просятся катамараны, кемпинг, глэмпинг, сапдоски, шашлык, беседки. Все как надо. Это очень круто. А сейчас что у тебя? Ты взяла уже земельный участок с чем-то посаженным, да? Какие да, у тебя дальнейшие планы? С черешней. С черешней, да. Какие дальнейшие планы? Ну, пока вот мы хотим сосредоточиться на объединении земель, чтобы площадь была больше, а потом уже определять, чем ее засаживать. Круто, Кать, мы тебя поздравляем. Спасибо вам. Скажите пару слов, какая Катя молодец. Катя молодец, учила все ошибки предыдущие. С подъездами. Спасибо. Это вот, говорю, благодаря вам, вашему энтузиазму, вашему рвению. И вот вы сами идете вперед и людей за собой ведете. Спасибо, Кать. Пошли сад смотреть. Пойдем. А мы с вами находимся на Катином участке, наблюдаем свеженький черешневый сад. Красотень какая. С видом прямо на озеро. Супер. Так вот, я к чему это хочу все сказать? К чему это все хочу сказать? Девчонки, активные девочки, которые как-то кипят к земле, которые хотят что-то изменить, которые хотят созидать, делать полезное и жить в кайф на своей земле, есть свою еду, общаться с такими же фермерами. Вот, берите, делайте и ничего не бойтесь. Реально, просто ничего не бойтесь. Мы с вами. Продолжаем кататься по Катиным угодьям, то есть вокруг территории, смотрим, что у нее здесь есть. Нашли второе озеро, то есть увидели огромное прямо лес прекраснейший. Еще мне очень понравились подъездные пути, потому что асфальт идет чуть ли не там, не до самого участка, буквально 150 метров грунтовка. Это прям замечательно. Вот так вот. Вот что значит владеть информацией. Представляете, если бы человек купил и просто вот мне нравится, да, и купил. Вот. А когда уже
владеешь информацией, понимаешь, что нужно, где нужно, какие нюансы. Вот, так что Катя у нас за прекраснейшую цену отвратила шикарнейший кусочек со всеми возможными перспективами. Так что радуемся. Вот такие вот мы, блондинки и брюнетки, так и происходит все самое интересное. Кать, скажи, вот реально было тяжело принять решение стать фермером, да? Ну ты же всю жизнь юрист, да? Вообще. Тем более ты еще приехала. Откуда ты у меня приехала? В Сибири. В Сибири Катя приехала? Да, Кемеровская область. Всю жизнь занималась юридической деятельностью. Сидела в офисе за столом, за компьютером. И тут раз и на тебе. Вообще, как это решение тебе далось? И как тебе не страшно было? Потому что мы сколько слышим всяких... Да, решение на самом деле далось легко. Наверное, именно потому, что я все время, правда, сидела в офисе. И вся моя работа связана вот на месте с бумажками, с скрупулезным вычитыванием документов. А здесь это какое-то занятие для души, на самом деле. Конечно, все сложности у меня еще впереди, Ксения Николаевна. Вы не понаслышке это знаете, но, тем не менее, вот это действительно то, к чему лежит душа. Поэтому я надеюсь, у нас все получится. Мы тебе поможем, у тебя есть мы, наша команда, у вас уже почти все сформировано, так что все будет гораздо проще, чем ты думаешь. Давайте все, Кать, поставим, обязательно поставим лайк человеку, который не обломался и сделал свой сад. И подтягивайтесь к нам, мы вас ждем. Все. Канал Фермы Крыма. Увидимся.